привет! Сегодня у нас самоделка по Звездным войнам. Все вы, наверное, знаете, что на следующей неделе уже выходит очередной эпизод саги Звездных войн. Он будет называться «Хан Соло истории». И у Лего вышла целая серия наборов по этому фильму. Ну и я тоже подумал, а почему бы и себе не выпустить самоделку тоже по этому фильму. У меня, кстати, уже была одна самоделка по трейлеру «Звездных войн». Там я делал такой летающий аппарат. В конце я оставлю ссылку на то видео. Ну, а в этот раз у меня самоделка по набору 75209. Это артикул у Лего 75209. Это лендспидер Хана Соло. Я переделал, ну, точнее, не переделал, я выполнил этот лендспидер в масштабе микрофайтеров или в стиле микрофайтеров, не знаю, как правильно будет сказать. То есть я его уменьшил и постарался максимально сделать его похожим на оригинальный леговский лендспидер, но только в упрощенном варианте. И давайте сейчас я вам его покажу со всех сторон и немножечко расскажу о нем. Так, давайте смотрим. Вот спереди у нас одна фара, сбоку у нас черная тоже, так как и на леговском наборе. Сбоку тут, с одной стороны, он после аварии, поэтому тут как-то все разбито, какие-то трубы торчат. С этой стороны он более целый, такие решетки. Ну и в оригинальном наборе у нас посадочное место тут для двух мини-фигурок, но так как вот у нас микрофайтер, то тут у нас одна мини-фигурка садится. У меня нету ни Хана Соло, ни подруги его, которая в трейлере, он там ехал с какой-то девушкой. Поэтому давайте посадим сюда такого черного штурмовика. Как вы видите, мини-фигурка садится, сидит там. Ну и, в общем-то, учитывая, что это в стиле микрофайтера самоделка, то выглядит неплохо. Так, никакой неприборной доски я там не делал, потому что нету места. Задний вот этот вот, как бы, не знаю, как эту штуку назвать. В общем, сзади она там тоже есть. Она, видите, тоже не симметрична. То есть с этой стороны у нас как бы разрушена, а с этой стороны закругленная. В оригинальном наборе Лего сделано тоже точно так же. Ну и вот с этой стороны я вам еще раз покажу. Сзади у нас вот такие какие-то турбины. С этой стороны вот такие штуковины. Так. Ну и, собственно говоря, функционала в этой самоделке нет никакого. Поэтому буду я закругляться. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!